вымогала деньги за ненужную операцию. В Новоалександровске поймали мошенницу. Врач, сообщают следователи, убедила родственников роженицы в необходимости кесарева сечения и потребовала 15 тысяч рублей. Отец пациентки пошел в полицию и согласился поучаствовать в разоблачении аферистки. На следующий день он принес врачу деньги, а заодно включил видеокамеру и записал разговор. 15 тысяч. Ой. Чего? Ну, это, конечно, не рынок, а торговаться-то, но все равно это что-то такое для нас не подъем. У меня пенсия-то всего 9956. Ну, в Ставрополь вообще 30. Ну, понятно. Ну, ладно, вот этот. А если сейчас не полную сумму, а потом после операции чуть-чуть еще. Но нам дочь говорила, что не 15, она говорила 13. Ну, давайте 13. После того, как мужчина передал деньги, врача задержали. В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело. За мошенничество ей грозит до 6 лет лишения свободы.